Поющие покупатели. Посетители одного из крупных торговых центров Рыбинска в минувшие выходные спели хором. Окружающие были удивлены, ведь композиции исполнялись стройно и хорошо поставленными голосами. Как выяснилось, любители попеть оказались здесь не случайно. Такой флешмоб решили провести участники хора «Соколята» в преддверии Рыбинского международного хорового фестиваля. С 9 по 11 декабря в городе выступят коллективы из Франции, Эстонии и различных регионов России. Организаторы фестиваля обещают и другие сюрпризы для рыбинцев. Каждый хор за время фестиваля пару раз будет петь там, где никто не ожидает. Ну, по секрету скажу, например, могут запеть в железнодорожном вокзале. Понимаете? Могут запеть в ресторане, в котором обедают. Или в торговом центре, в котором я стою. Вот. И это будет происходить каждый день фестиваля. И в декабре иногда появляться будут соколята. А может быть, еще кто-нибудь захочет.